Приветствую, друзья, на канале Play. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки 7 Days to Die. Итак, друзья, как обычно, как по правилу, я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши лайкосики, за ваши подписочки. Вы просто красавцы, умницы. Было бы желательно, конечно, комментариев побольше от вас получить, но со временем, скорее всего, это все, как говорится, придет. Итак, друзья, что мы сделали? Ну, как вы помните, в прошлый эпизод мы зачистили стрельбище, да? Ну и сейчас пойдем проходить его сейчас по нормальному квесту. Как видите, я скрафтил себе ВП-шечку первого уровня, да? Ну, не знаю, мне нравятся ВП-шечки, они довольно-таки мощные. Ну, смотри, конечно, сравнение, нельзя сравнивать с какими-то, блин, дробашами и остальное, но, конечно, лучше, чем ВП-шечка. Итак, что у нас с ним по плану, друзья? Ну, что с ним пройдем? Пройдем мы это четвертый уровень, да? И я надеюсь, если будет все хорошо, успеем еще создать сегодня сигару, друзья. Как вы помните, в прошлом эпизоде мы нашли книжечку, которая нам дала возможность создавать сигару. И так как уже я уговорил в прошлом эпизоде, и ваши комментарии тоже, кто-то мне говорил жезлами идти работать, кто-то, я-то тоже думал, может быть, пойти работать какой-нибудь кувалдой или там чем-нибудь подобным. И, как вы знаете, сигара дает бонус к силе, она дает бонус к торговле. Это своего рода, как они тут, я смотрю, они выбрали этого, убрали этот сексуальный тиранозавр, да, и это сейчас уже как-то сигара, она выполняет часть этого перка. Если я ошибаюсь, друзья, поправьте, но мне кажется, так оно и есть. Итак, ну что ж, друзья, поехали. Четвертый уровень. Начинаем с задания. Все как обычно, да, все лутаем. По максимуму пробежимся, быстренько все здесь сделаем. Так, там еще у нас одно оружие. Потому что мне, ну, как вы помните, да, мы перешли на тяжелую броню. И тут, смотрите, как у нас тут энергия просто улетает, блин, просто улетает по 31 число. Ну, как говорится, не бывает худо без добра, да. Мы хотим защиту от крита, да, и так далее. Нам надо заниматься этим делом и жертвовать чем-то. Но мы потом прокачаемся полностью, когда уйдем в силу. И будет полегче. Так, ну что ж, где у вас тут, уважаемые друзья? Так, это уже не помню, где что находится. Да, как обычно, сейчас забираем все, что у нас есть, а потом уже будем дальше разбираться по поводу, что нам нужно и чего нам не нужно. Так, хорошо. Так, смотрим, что у нас здесь. Ну, всякого хлама. Надо пока что подождать. Тут, скорее всего, у нас будет очень много фералов. Куда же без них? Даже сейчас, ну, просто сейчас заценим, как-то это что-то. О, зачем я, блин, перезаряжаюсь? У меня же 60 патронов. Я же его убил, ёптай. Ну, бывает. Так. Эта погода тоже мне как-то вообще не в кассу. Это надо закрыть на всякий пожарный. И надо закрыть тоже на всякий пожарный. Отлично. Так, что это у нас? Это у нас дает сопротивление оглушению. Значит, друзья, ну это мы выпьем. Я думаю, что мы, когда будем заходить в территорию, мы джахнем это дело. Так, шкафчик еще. Алоэ, неплохо. Так, кстати, чтобы бонусы. Как-то странно, что здесь никого нету, блин. Это как-то даже подозрительно. Блин, зачем это говно я не взял? Мне нужно это. Еще одно говно. Так. А, ёпта, зачем это сделал? Ну ладно, хер с ним. Вот. Так. Ну, и так, да, видите, друзья, в прошлый раз мы взяли квест, довольно неплохие награды начинают уже падать, да, у нас, ну, хоть вот пропомню, да, в прошлый раз у нас упал гаечный ключ 5 уровня, который у нас сейчас прям красавица у нас здесь, красуется перед нами, да. Мне бы вообще еще достать композитный арбалет, вообще не было бы цены этому всю процессу. Так, что это такое у нас? Книжечки надо прочитать. Так, что здесь? Это у нас, это мы выбросим. Заранее, чтобы это не засирать, это все дело. Перья нахер не сдались. Ну,
Это мы оставим, это можно разломать сразу. Так что у нас там с едой можно, конечно, хляпнуть чуть-чуть бекончика. Нормально. Но я не буду ломать сейчас этот как его этот, блин, сейф. Ну. Ну. Ну давай. Все это что, только два человечка было? Два зомбаря у нас только было. Это слабо. Так, это все, ничего толкового. Но здесь уже есть чуть-чуть поприятней. Очень хорошо, мод. И этот мод, знаешь, куда, друзья, мы сунем этот? Так, куда я хотел его сунуть? Я хотел его сунуть... Сюда. Модификация. Потому что иногда дерево идешь ночью рубить, и, блин, темно. Хоть и фонарик есть на лбу, горит прям, но все равно это не то. Надо как-то еще... Блин, сколько тут запчастей идет. Да и металлическая эта броня очень много тут падает у нас. Так. Сейчас это полутаем здесь все и скинем то, что нам не надо. Ну вот, например, сейчас нам нахер ничего не сдалось. Это скидываем, скидываем. Что у нас здесь? Это можно разломать. Картофель нам нужно, блин. Картофель надо будет потом садить. Высаживать. Что? Чтобы нормальную нямку, пищу делать. Так, здесь мы же все полутали, а здесь же ничего не лутали еще. Здесь тоже, может быть, что-то вкусняшки могут быть. В смысле? Это можно забрать. Латунь. Латунь тоже очень неплохо стоит, если, например, вам нужны денежки. Латунь можно продать, и она довольно-таки неплохо продается. Ну, это так, если вам нужны деньги. Но мне как-то пока что сейчас с деньгами не увлекаюсь, я пытаюсь не покупать всякой всячины. А просто то, что необходимо, да. Так, это что у нас автомат, это мы разберем, это заберем, магнум. Ну что ж, выходим сюда. Ну, здесь у нас будут сейчас пацаны. Ну, этих можно просто так. Ой. Таким образом. Так, это у нас металлолом. О, тут, конечно, солнышко начинает светить. Это радует. А здесь ничего нету. Ничего нету. Ну, пошли дальше. Ой. Прям ударился, тогда надо. Ну, здесь у нас есть чуть-чуть. Это можно забрать. Блин, тут... Я думаю, что сейчас мы перед тем, как будем заскакивать сюда, я сейчас сделаю вот такую фишку. Яйца есть? Есть, есть. Заберем. Мы просто... И скинем то, что нам на данной стадии тут и не нужно. Сейчас скинем тоже. Да, блин, миник надо. Блин, что там гораздо больше. Ой, порезался дебил. Ладно, тут я хочу все-таки сажать эту таблетку одну, мало ли, тут, блин, на нас так сагрится, пацаны. Не, ну, надо вот это. Главное сейчас успеть первым забраться наверх. А тут у нас будут фералы целая куча.
Давай, пацаны. Ой. Одно очко распределением. Там тут их, блин, высоких. Ну. Раздолбили что-то там, красавцы. Ой. Ну, неплохо, неплохо. Там остальные. Не помню, где они там долбится. Да ладно, пойдем сейчас, что там будем тут сейчас. Если надо будет, зачистим это все дело. Я не понимаю, блядь, может быть здесь будет это. Пацаны, где там? Наверху, что ли? А, ну да. Мне надо было использовать пистолет. ППшечку надо было использовать. Так, ну что здесь? Пацаны, где там? Ладно, вот тут, я тут пока что занимаюсь, я пойду погуляю, посмотрю, что здесь кузников есть, или если вообще что есть. Ну, походу, нихера нету. Ну, пойдем хоть бенз заберем. Потому что по звуку этих штучек, штуки три зомби остались. Да что сделать? Ну, ты такой. Какой-то нехороший. Напугал меня даже, бляха-муха. Просто фирала нахуй с одного. Ладно. А еще вот еще вкусненько здесь. Ничего, ничего, юбка нахрен не сдалась. Нам юбка не сдалась. Ну, там можем сломать. Пойдем, я проверим, что на втором этаже. На втором этаже ничего. Твою мать, напугал меня опять же. А чё ты не тут ты даже никакие признаки жизни не подавала, не понимаю. Как это так? Военный грузовик. Здесь что-нибудь есть толкового? Ну, бакс можно взять. А остальное...
Уйня, как говорится, да? Блин, я думал, еще патроши нам подкинут. Вот хер раз два. Так, тут ничего. Ну что тут уже, да? Осталось залутать только основную. Основной лут. Походу, я ничего-то не пропустил. Ну, вроде бы. Там что-то еще здесь есть. Ну, тут не говно. Все такое фу-фу. А, ну блин, еще надо было забрать квест. Гуляй здесь. Ладно, пошли смотреть, что у нас тут. Что нам такое вкусненькое выдадут. Так, это можно понамазать. Ну, бля, ладно, надо скинуть. Так, ладно, выпьем. За любовь, как говорится, выпьем за любовь. Да, книжки. Книжки, книжки. Это что у нас? Наконечники для стрелы болтов. Мне нужно, ладно. Так, сколько дает? 45? Нет, еще рановато. Как же мне хочется картошину выбрасывать. Вот это выбросим. Да мясо мне вообще по большому счету нахер не залось. Это, как говорится, для мачете, если мы будем создавать мачету. Ну, скорее всего, создадим мачету, я думаю, что. Почему бы нет? Мачета, да, мощная. Ну, хоть она потребляет энергии больше, но, я думаю, все равно. Посмотрим, посмотрим, как. И с мачете как-то это все побыстрее ты можешь все делать. О, не с мачете, а с... Бляха-муха, он все-таки... Так. Это нам понадобится, это нам понадобится, это нам понадобится. Это надо разобрать. Это сделаем так. А почему не могу прочитать? А, вы вообще не можете принять это задание, ну, я понял. Ну и все, собрали все, погнали отсюда. Пошли сдавать квест, может быть даже успеем залететь на зиму, скинуть, вернее попросить у медвежонка нужные нам ингредиенты для создания нашей сигары. И может быть он будет такой любезный и нам предоставить такую возможность. Но это не факт. Мне главное сейчас успеть до Дороговца долететь. Но я хоть и перегружен по 31 число. Нет, да, ну конечно есть свои минусы, блин, при тяжелой броне выносливость просто улетает. Ну, опять же, урон по тебе проходит меньше, критического урона тоже проходит меньше. Ну, попозже, конечно, когда у нас появятся продвинутые скрепки, да, ну, чтобы там эти, ну, как они называются, заплатки, не знаю, такие вещи. И будет как-то полегче. Будет и скорость будет больше, и выносливость побольше будет. И все будет нормально. Так, смотрим, что у нас здесь есть вообще. Могу что-то скинуть? Нихера не могу скинуть. Значит, так сделаем по-другому чуть-чуть. Надо освободить парочку мест. Потому что надо сдать задание. Так, я могу тебя принять? Нет, не могу тебя принять. Не знаю, почему только. Ну да ладно. Ну что ж ты нам дал, Даш Джоэл? Ну, ну рассказывай, что ты там на ком кустике он нам приготовил? Well, how do you, friend? Стальная кувалда. Блять, ну разгон... Расход выносливости 40.
Когда у нас здесь расход 8,2. Я думаю, ну, тут удар, конечно, идет. 71. Здесь 16, да? Силовой 42. А здесь силовой 140. Урон из подтишка, конечно, нет. Там ли какой-то мой урон из подтишка. Атаки, атака минута 34. А сколько у нас здесь? Ну, 120, ну да, потому что мы там можем нормально. Ну вот здесь опять же такая, блин, дилемма. Я бы хотел бы, конечно, ближний бой какой-нибудь попробовать. Ну, блин. Мне вот это лучше, скорее всего, да. Будем книжки брать. И давайте где-нибудь как работать. Дай мне зачистку. Или... О, нашествие ликвидации. Это будет жестоко, блин. Ну ладно. Справимся. Так, заберем то, что у нас там не повыложили. И поплыли. Скинем груз. И... Ой, зачистка, походу, будет где-то... На мастерской. Вот что там. Так. Вот только металл. Значит, можно сюда закинуть. А подожди, сколько он продается? Блин, 175, может быть, продать его? Мне надо чинить, для этого надо мне... Не, давайте нахрен скинем. Так. Дальше. И может быть даже это надо было продать? Да. Мы тоже продадим потом. Это, блин, все-таки 400 баксов. Кстати, я не кухри-мухри ехал. Так, подожди, отдай мне, блин, все-таки 30 этих 9-миллиметровые. Хорошо. Еда. Не, не думаю забрать это. Картошечка. Так, здесь это скинем. Это. Тоже потом на продажу идет. Дальше. Так, что можем еще продать здесь? Такое то, что идет у нас по два. Который, ну, вот это можно один забрать. Это можно забрать. Это можно оставить. Это на продажу. Что-то еще выложу. Подожди, где еще одна? Ладно. Так, что у нас еще там? Подожди. А, вот это я же вот это выложу все. И это на продажу. Мы будем продавать все эти вещи, когда мы себе достанем наши жвачки. Блин, я не проверил, кстати говоря, об эти жвачки. Не могут понять почему-то, я не знаю, чем это связано. Так, охота. Железный арбалет, качество 5, супер. И здесь у нас... Ничего такого, ладно, мы это сейчас пока что выложим. И что ж, попалите... А, тут же еще, у нас же тут еще есть ресы. Как-то странно, очень не, ну, мне не дал возможности все скинуть разом. Очень интересно. Это все можно скидывать. Ну, а это же сюда добавить. Ну и это мы можем. Сколько ты стоишь? 40 баксов. Мы будем тебя, будем расплавлять тебя. Ну, короче, надо сейчас ехать в зиму теперь до наступления ночи. Ну, можем и ночью, блин. Зима здесь недалеко. Надеюсь, успеем до 10 часов, потому что в 10 часов они начнут уже, блин, беситься. Бегать как угорелые и пытаться мне всячески, как говорится, уклонить в свою волю, блин. Ну, нам медвежонка надо собрать какого-нибудь одного, чтобы сагрить его и с ним... побеседовать с глазу на глаз, так как говорится. Потому что я, конечно, не фанат, блин, ночью тут бегать и воевать с зомбарями. Как вы знаете, мы еще ни разу не умерли. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу.
Блин, извиняюсь, доплевал микрофон. Но мне нравится, как мы пока что идем. Сейчас быстренько медвежонка найдем одного. Надеюсь, где-то будет при старте. И заберем... Ну, не то, что заберем, а возьмем у него некоторые вещи без его спроса, как говорится. И мои слова-паразиты постоянно на меня нападают. Как говорится, как и так и то, и все, и пятое, и десятое. И тут целая куча зомбарей. Что-то они тут мне как-то, они тут, мне кажется, засаду устраивают. Мне это не нравится. Так. Ну, в нашествии, конечно, друзья, это будет у нас... интересно. Так, я никого не вижу. Нету медвежонка. Блин, тут ты как... 20:37, но у нас 2 часа еще, ну плюс 1,5 часа, чтобы найти Мишку Косолапого. И вот я тут, когда тут ездил к этому торговцу, да, он тут, блин, гуляли, тут несколько их гуляло. А когда мне он вот нужен для какого-то определенного процесса, его нету. Раздражает, раздражает. Так, что-то не вижу никого. Раньше он там около этого дома спавнился, медвежонок постоянно. А сейчас что-то я не вижу ни одного. Ладно, залезем. Залутаем это дело. Не так себе. Ну, здесь тоже нет его. Косолапый, ты где, ёпты? Он, походу, чувствует, что я могу сейчас скрафтить себе сигару, и его нету. Блин, а время все тем паче уже 9 час. А нет, на Умиш на горизонте. Блин, может около дома, этого дома заспавнится. Ну Мишаня, ё-моё, ну ты где? Потому что я не хочу здесь оставаться ночью. Ночью тут будет вообще жопа. Тут этих лесорубов, блин. Херва туча. Ну печально, печально. Ну вообще не... вообще не алё. Это несправедливо. Короче, друзья, чтобы не бить трафик, я за кадром. О, там, блин, этот животное. Чтобы трафик не тратить и время не продолжать видео, то что мы тут, блин, бесконечно будем ездить сейчас пока что, да? Или если еще, не дай бог, ночь наступит сейчас. Ну, скорее всего, наступит через некоторое время, да? И мы его, скорее всего, не найдем. Угу. И вот эти все, которые на меня тут кричат, орят, рычат, они меня захотят сожрать. Я думаю, что тогда мы сейчас подключимся на некоторое время. Ну и как только найду медвежонка, тогда я подключимся. И решим вопрос с ним, раз и навсегда, как говорится. Так что никуда не бегайте, скоро вернемся. Ну как, друзья, только отключился, и тут вот появился чувак. Сейчас мы его быстренько... Ну все, идем. Надеюсь, он даст то, что нам нужно. Да, есть тестостерон. Отлично. Спасибо за ваше гостеприимство, господин Косолапый. А мы валим отсюда, так как у нас уже наступает ночь, скоро будет, и мы получим звездюлей.
И, скорее всего, мы на выезде опять еще одного медвежонка найдем, и... Когда-то, как это обычно, закон подлости. И сейчас, мы, друзья, приступим к созданию сигары. Отлично, потому что у нас все это есть, то, что нам там... Мне кажется, все у нас есть, да? Давайте, значит, друзья, чтобы быть точно, мне надо 200. Херс, блин, ну могу так сделать. Нам надо 200. Быстренько сейчас набьем. Только 88? Какого хера? Плохо собирается это все дело. Но у меня вроде бы была эта херобора. Ну, лучше, значит, друзья, перестраховаться, мало ли нет. Так, где мой велик? Так, 54, еще чуть-чуть осталось. Ну, прямо так их продолблю просто, прямо Рэмбона. Ну еще 20, давай мне, бляха-муха. Все, 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 поехали, 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 поехали. Хочу до дома добраться быстренько, 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 быстренько. Еще 8 минут. Энергии нету. То, что сейчас начнут бегать, как угорелый, блин. И нам не поздоровится. Ладно, погнали, короче. И смотрим, что у нас там получится сейчас. Блин, чем дальше в лес, тем больше дров, да, говорится, друзья. Вот одна зачисточка у нас идет, блин, плюс-минус 40 минут. Ну, то бишь, одна серия, да, то, что мы зачистили 4 уровень, да. Ну, это заняло, ну, я, если не ошибаюсь, на данной стадии там полчаса уже, скорее всего, идет видосик идет, да. Так, день 15-й. Ну, это у нас 15-й день сейчас, да? Ну, сейчас будем переходить уже в 16-й. Это 4, 8, 12, 16. Завтра у нас появятся новые вещи у торговца. Может быть, что-нибудь вкусненькое выпадет, да? Так, где наш дом? Наш дом там где-то. Едем туда. Еще, чтобы в идеале, мне надо найти... Ну, я знаю, что найти, я могу спокойно, изи найти этот. Нам нужно свинец найти, да? Ну, на данной стадии у нас патронов, блин, уже и на следующую волну хватает. Потом сейчас посмотрим, какой у нас гейм. У нас этап игры 69, уровень 44. Ну да, потому что квестов мало выполняешь сейчас. И из этого, блин, ничего по большому счету не растет. Иди в баню. Не хочу с тобой там общаться. Мы просто гуляем здесь, лутаем, а нам надо квесты проходить, чтобы и game stage повысился, да? Игровой процесс. Так, ладно, прибежали. Приехали, блин, прибежали. Прибежали домой. Прибежали, приехали домой. Мы смотрим. Нам надо создать сигару. Где там у меня сигара? Сейчас, секундочку. Я уже не помню. Где это было? Это же не тут, а нет, нет, скажите, нет, где-то... А где сигары у меня? Я не понял.
В одежде? Да, вот. Отследить. Так, нам надо бумагу. У меня есть бумага? Да, у меня есть бумага. И нам надо 250... А, у нас чуть ли 1200. Все, можем создать сигару. Сигару. Отследить. Изготовить. 46 секунд. Излишество. Скидываем. В общем, бумага у меня здесь стоит. Так. Тестостерончик мы в медицинскую. А что еще в медицинскую? Ничего больше медицинского, все остальное веду. Это вообще-то ткань. Кости. Может быть, это здесь. Перья. Были тут у нас перья? Да, здесь у нас были перья. Кожа тоже сюда идет. Ну, это можно скинуть сюда, так как это у нас... грибочек уже почти что некоторые выросли. Так, ну что, где наша сигара? Готова? Ну вот она, красавица. Сила плюс 1 и обмен плюс 10%. Сносить. И все это можно... Собственно, вообще мне без... Это не есть модификация? Мог все это? Нет, не мог. Можно было какие модификации еще. А, это можно разломать. 37 ткани. И будет шикарно. Так, ну где наша там сигара? Ну вот, да. Хочется кушать, хочется кушать. Ну давай пирожок скушаем. И хочется пить, да, говоришь? Да, парочку. Джахнем. Отлично. Супер. Так, картошечку надо было посадить. Кстати, у нас же есть грядочки, да? Выйдем на улицу. Соберем нашу юку. Вот она выросла, красавица. А сюда мы посадим картофель. Потом я еще за кадром сделаю, может быть, еще парочку грядок. Там нужна глина. Ну и доски. И такая шняга всякая. Так, юка. Ну это мы сюда скинем, так как нам надо потом можно делать водичку с нее. Это не водичку, а это как его, смузи с юки, да? Вот это такая вот фишка. Где у нас тут питье? Вот у нас сок юки. А, ну сок юки он называется, да? Там юка и вода. И он довольно-таки хорошие статы дает. Ну, у нас их 18 штучек. И одна водичка. Кстати говоря, насчет водички. Забежим, посмотрим, что у нас здесь. Я полностью собралась. Отлично. Мы будет все время, блин, еще что-то наверху здесь сделать. Какую-то красивую террасу забутить. Но пока что мы обустановимся так, как у нас тут все здесь. Так, 6. Так, у нас, ну, с водичкой это мы, конечно, потом вскипятим. Так, тут мяско еще у нас есть. Так, это можно скинуть. У нас есть бекончик. А потом еще 3 можно с бекончика сварганить. Что еще здесь такого? Так, грибочки. Надо научиться, чтобы... семена с них создавать. Так, тут у нас создается... А. Ну, как раз. Большое количество бетона. Это 2841 бетон. Отлично. У селитра у нас тоже дохерища. Так, что здесь у нас? Это можно закинуть сюда. Отлично. А, картошечку. Семена картошечки надо скинуть. Отлично, отлично. Так что, друзья, я думаю, что на этом мы наш видосик закончим. Видосик-то уже идет минут 40. Нормально, плюс-минус. В следующем эпизоде уже мы начнем, пойдем зачищать нашествие. Может быть, что-нибудь еще такого по серединке сделаем. Вот. А я потом пойду сейчас, наверное, покопаю. Надо уголь накопать. Вроде бы у нас, ну, чтобы у нас патронов, ну, так себе чуть-чуть. Полторы, блин, почти до 2 штуки. Ну, все равно. Уголь нужен. И с него должен создать порох, и потроши, и так далее, и тому подобное. Вот. Да. Да-да-да-да. Да-да-да. Вот. А потом еще, скорее, завтра мы сбегаем, так как у нас обновится... Могу я взять? Взять? Могу я... Завтра обновиться... Не могу, значит, этот квест где-то...
Уже привязан. Я уже его прохожу, походу. Да, надо, это не сюда надо. Найдем. Завтра обновится ассортимент у нашего торговца. И мы пойдем посмотрим, там будут ли конфетки. Чтобы потом пройти все то, что у нас здесь есть, починить и продать. Но я не хочу железный шлем. Можно было бы, конечно, но... Не знаю, не знаю. Я до сих пор еще как-то, блин, думаю, тяжелая, легкая броня. Как-то взвешивается. Друзья, советуйте, как вы думаете, что лучше, тяжелая или легкая броня? Например, из тяжелой топовой это получается из стали, а из легкой это получается армейская, да, так у нас, вот как у нас вот, шлем, да, армейский. Вот, ну, как вы думаете, что? Ну, я думаю, что, блин, тяжелая броня, она мощнее и как-то понадежнее. Вот, ну ладно, окей, это оставлять вы, как говорится, советики, размышления под этим видосиком, друзья. А так, ну, я думаю, с ним тогда уже будем точно завязывать. Так что, друзья, если вам, опять же, если есть какие-то советы, рекомендации по поводу игрушек, не стесняйтесь, оставляйте комментарии под этим или под любым другим видео, которое вы смотрите. Опять же, если вам понравилось это видео и вам вообще нравится общество, чем мы занимаемся, не стесняйтесь, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещение насчет новых видосиков, друзья. А на сегодня с вами прощаюсь, вам доброго и... Пока-пока.